Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики. Оперативно-тактическая и армейская авиация в течение ночи поражены 18 военных объектов Украины. Среди них 2 пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники, 3 склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачная Одесской области. В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление, поступившее от США и европейских стран вооружения и военной техники. В результате ударов уничтожено до 280 националистов, выведено из строя 48 единиц вооружения и военной техники. Ракетными войсками артиллерии в течение ночи поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск района сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовка Николаевской области, Сигнальная, Луганская, Красногоровка, Ясиноватая, Изугрис Донецкой Народной Республики, Ольгина Херсонской области, Чернищина Харьковской области. Также над городом Изюм Харьковской области перехвачены 3 украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 9 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотных летательных аппарата, 295 зенитных ракетных комплексов, 2895 танков и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1364 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2716 единиц специальной военной автомобильной техники.